Лучший способ предотвращения пожара – профилактика, поэтому сотрудники МЧС регулярно проводят инструктажи. Зимой они организуют рейды в парках, где ивановцы любят проводить время всей семьей. В этом году уже произошло 6 пожаров. Основные причины – неосторожное обращение с огнем и неисправность электроприборов. Хотя меры предосторожности и правила эксплуатации нагревательного оборудования очень просты. И, естественно, нагревательные приборы нужно ставить на негорючие подставки. Это дело для того, чтобы нагреваются, если вдруг случится перегрев, чтобы горючая подставка не загорелась. И совершенно недопустимо завязывать провода в узлы, использовать в качестве осветительной электропроводки телефонные радиопровода, а также оставлять детей без присмотра с включенными электроприборами.